Красивые люди, красивые события, 20 минут о стиле жизни и о тех, кто его создает. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Ювелирный рынок сегодня – это тысячи предложений в различных ценовых и стилистических сегментах. Если говорить о классическом ювелирном искусстве, то это всегда редкие драгоценные камни, уникальные дизайны и работа мастеров высочайшего уровня. Изделия класса люкс, они оцениваются не только по граммам золота, но там самые лучшие высококачественные камни, прекрасная работа, совершенный дизайн и признание во всем мире, узнаваемость. Вот эти четыре составляющие дают оценку люкс. Представитель этого ювелирного направления – бутик «Частная коллекция», который недавно отпраздновал день своего рождения, год работы в Челябинске. Работа вот моей мечты – это работа радость. Я обожаю вот эти вот все красивые украшения, которые люди приходят, говорят, что такого не видели, что это для них ново. Мы притягиваем тех людей, которые ценят красивое, которые видят красивое, во-первых, а во-вторых, качество, его видно. Со всех сторон изделие должно быть красивым. И у нас ценители прекрасного, наши клиенты. Наши клиенты – это коллекционеры и ценители прекрасного. Многие драгоценности мирового уровня создают наши российские мастера. Ювелирной столицей России считается Екатеринбург. Оттуда родом, в частности, знаменитый Виктор Моисейкин. Он начал свою работу 25 лет назад. Есть те изделия, которые проверены временем, стали классикой и дорожают каждый год. Потому что это изделие класса люкс. Он во всем мире работает. Япония, Китай, Дубай. В общем-то, договориться с ним очень сложно, но тем не менее, мы как-то у нас получается, у нас общие какие-то взгляды. Есть коллекция Ван Гог, допустим. Он пересмотрел все эти картины, какие можно было доступно пересмотреть, вдохновляется и пишет отсюда свои работы. Западные ювелиры хоть и уступают российским по части исполнения креативных идей, но стараются тоже не отставать от лидеров драгоценного мира. Коллекция Гривелли – это итальянская коллекция. Вы можете посмотреть, насколько они уникальны, интересны, утонченные, необыкновенные, воздушные. Украшения здесь соседствуют с картинами современных художников. Есть в этих работах много общего, всего того, что достойно коллекции самых требовательных ценителей прекрасного. Это Beauty Time, программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Лазерные технологии в эстетической медицине применяются не одно десятилетие. Все эти годы ученые работали над тем, чтобы параметры эффективности и безопасности лазерных аппаратов стали более высокими. У аппаратов последнего поколения широкий спектр возможностей. Уникальность данной процедуры состоит в том, что помимо того, что улучшается качество кожи, мы можем получить усадку кожи на 20%. Также у этого аппарата есть такая процедура, как безоперационная блефаропластика. Проводя процедуру в периорбитальной области, мы уменьшаем кожный лоскут на 20%. Тем самым подтягивается верхний и нижний веки. Вектор задач, которые решает лазерная косметология, довольно широк. Это коррекция рубцов и пигментации, сосудистых звездочек и расширенных пор. Ну и, конечно же, лазеры работают в таком направлении, как лифтинг и разглаживание морщин. Есть разные программы. Лазерный пилинг, лазерная шлифовка, коррекция рубцов, коррекция стрий. Процедура лазерного омоложения безболезненная. Она проводится с предварительным нанесением аппликационной анестезии с кремом. Поэтому сам процесс проведения не сопровождается какой-либо болью. Единственное, после процедуры пациент чувствует ощущение жара на лице, которое проходит в течение первых суток. Лазерные методики в нашей стране, как и во всем мире, применяются не одно десятилетие, но у них есть и ряд противопоказаний. Об этом врач-косметолог обязательно расскажет на предварительной консультации. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск.
Выбор героя литературного квартирника для организаторов проекта всегда сложная задача. Активность поклонников поэзии и прозы в нашем городе практически непредсказуема. Но есть среди авторов и те, кто выступает с аншлагом каждый свой приезд. Вчера же снова приехал в Челябинск. На самом деле не такой суровый город, как говорят. Прям такой мягкий, хороший, замечательный. Он сам очень современный и такой... Ну, он ориентируется во всем, что происходит в мире, да, начиная от политики, заканчивая там какими-то даже гламурными вещами, да. Конечно, мы смотрим, просматриваем статистику, так скажем, кто интересен публике, но и сами обязательно мы, всех своих гостей мы очень любим, ценим. И они нам, естественно, интересны. То есть мы их читаем, следим за их жизнью. Такие проекты, как «Литературный квартирник», это большая редкость и огромное счастье для Челябинска, потому что здесь можно пообщаться с прекрасными людьми, насладиться культурой. Чтение прозы со сцены. Начиналось все как чтение моей прозы со сцены мною и различными актерами российскими, но переросло все это в достаточно большой такой проект, в котором есть уже, наверное, более 20 писателей и 50 актеров. Но, конечно, 80% контента – это мои рассказы, так или иначе. В наш век, когда люди читают в основном свои телефоны, с легкой руки Александра Цыпкина стало трендом литературу слушать. Рассказ должен быть коротким, рассказ должен содержать большое количество сюжетных поворотов и интересен для чтения со сцены, потому что все-таки это не совсем литература, то, что подходит под исполнение со сцены. 2 часа людям слушать текст должно быть любопытно, интересно, захватывающе. Я пишу истории, которые, конечно, задевают человека, но сказать, что мне требуется вдохновение, сидеть у камина, думать, ждать муза, нет, это все со мной не работает. У меня сверху капают временные рамки, которые меня ограничивают очень сильно. Он очень точно подмечает детали, и как он их преподносит, как он их расшифровывает и подает слушателю или зрителю. К счастью, догадался не открывать WhatsApp. Полные занятные переписки. Начал писать смс по диктовку хлюпающим носом жены. Максим Иванович, это переходит все границы. Я очень люблю свою жену. И никому не позволю угрожать нашему семейному счастью. Давайте закончим любое общение, как личное, так и деловое. И не вздумайте звонить людям. Формат литературных чтений – это такое приобщение к прекрасному, и это всегда очень наполняет, всегда впечатляет себя по-новому каждый раз. Меня привлекает его жизненность, потому что, в принципе, он не скрывает, что он берет сюжеты реально из жизни. И герои – это вот те люди, которые среди нас, можно так сказать. Очень много комичного, у него очень остроумные диалоги, остроумные ситуации. Мне кажется, он на данный момент он самый интересный автор. Мне нравится его слог, его подача. Вот последний его фильм «Прощай, любимый» просто поражает. Легкий слог и актуальные темы. Юмористические истории и серьезные рассказы зрители воспринимают одинаково тепло. А любители уединиться с книгой еще и получают возможность подписать экземпляр у автора и даже сделать селфи. Куда же без этого? Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Энса. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте ensastyle.ru. Отделение косметологии клиники «Источник» представляет в действии лазерный аппарат «Акупалс». Инновационная помощь в решении ряда косметологических проблем. Работает над устранением морщин, пигментных пятен, растяжек и рубцов и расширенных пор. Отделение косметологии клиники «Источник». Наука на службе у красоты. 77-88-905. Новое место на модной карте нашего города – студия «Белла Про». На вечеринке по случаю открытия было огромное количество красивых девушек Челябинска, а наблюдала за происходящим съемочная группа «Beauty Time».
Высокая концентрация стильных красоток на квадратный метр в Гагарин Резиденс отмечается впервые. Это открытие студии «Белла Про» – райского уголка в зимнем Челябинском лесу. Все мы не ангелы, но у нас теперь свой рай есть. Формат студии – все виды эпиляции – шугаринг, лазерная и электро. Но это техническая составляющая проекта. Есть еще и эмоциональная. Они попадают как будто бы в тропики. Покачались на качелях, посидели, попили кофе. Мы хотели создать зону отдыха для всех. Большая зона мастер-классов, мы можем и обучать тоже всем этим процедурам. Мы приходим сюда как домой, хотя новое очень место. И, естественно, мы знали, что будет все шикарно, но не ожидали, что будет настолько шикарно. Я, правда, специально не приходила на стройку, не приходила, когда был предварительный какой-то результат. Я просто хотела прийти и вот так вот... И реально так и было. Я ухожу всегда с отличным настроением, с морем позитива и энергии. Видели уже все на фотографиях, хоть как-то, но вживую это все еще более масштабно, еще более красиво. Я считаю, должны быть такие места, где есть все. Это идеально для работающей мамы. Здесь все пропитано теплотой и позитивом. И все продумано тщательнейшим образом, начиная от интерьера, заканчивая подбором команды. Люди приходят с разным настроением, после работы, уставшие. Энергетика очень важна. То есть нужно, главное, самое главное, расположить клиента к себе. Каждому клиенту, конечно, свой подход. Специалист должен проконсультировать. И медицинское оборудование также очень важно. Обаятельные бизнес-леди такие разные, но их мысли и чувства в отношении любимого проекта совпадают даже в мелочах. Катя, она вот прям душа, вот это все красота, суперсервис, то есть она все это оттачивает, а я такая, все, внедряем, классно. Ей попался такой партнер, как я, то есть у нас Даша огонь, а я вода, и мы вот так очень идеально друг к другу подходим. Все единодушно, мы спорили вдвоем с дизайнером, с рабочими, но... С друг другом вообще нет, у нас прям вот одно видение. Мы даже если что-нибудь боимся, мне не нравится, но еще не знаю мнение Кати, и такая начинаю мягко. Слушай, ну может, я тебе тоже хотела это сказать, мне тоже это не нравится. И то есть вот в плане создания студии все было обоюдно. То есть даже спрашивают, кто придумал, мы в один голос говорим вместе. Число гостей вечеринки насчитывает несколько сотен. Все друзья и знакомые. Мы знакомы с Дарьей очень давно, начиная с самого первого ее дня работы. Наконец-то те масштабы, которых Даша достойна. Классно, когда люди проходят весь бизнес с самого начала. Ты понимаешь, что они знают все нюансы, все тонкости. Ты можешь довериться, потому что человек не просто купил франшизу. Он знает этот бизнес без... И ты знаешь, что если ты к нему пошел, то ты получишь услуги на самом высоком уровне. Поэтому я за Дашу искренне рада. Она большой трудоголик, и это просто логичное продолжение ее дела. Мне кажется, что это соответствует сейчас всем современным тенденциям и является реально крутым, модным, настоящим, правильным бизнесом. Так, именно так и должно быть. Клиент должен наслаждаться, отдыхать, не только получать качественную услугу, хотя и это встретить не так уж легко. Но здесь действительно райское местечко, и я думаю, девчонки будут здесь зависать просто так, даже вне процедур. И будем устраивать здесь вечеринки и фотографироваться, очень много крутейших фотозон, так что все реально очень-очень круто. Хорошее начало – половина дела. Горы творческих планов, бьюти-идей, море позитивных эмоций, гладких тел и довольных девушек – все это в ближайшем будущем. А пока – песня. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба.
Сейчас уже и не вспомнишь, кто первый придумал декорировать одежду различными надписями. То ли Вивьен Вествуд, то ли Джон Гальяно. Да сегодня это не так уж важно. Главное, что принт успешно прижился в моде 21 века и сегодня встречается в самых разных сочетаниях. Буквенный принт с нами уже не один сезон, и это вариант, который остается актуален, может придать дерзости и свежести любому образу. Для женщин более ярких, брюнеток, рыжих, у которых контрастные и выразительные яркие черты лица и глаза, следует выбирать контрастный принт. Для девушек русоволосых, более светлых, нюансных, менее контрастных, замечательно подойдет вот такой вариант. Принтованные вещи, в том числе вещи с надписями, мы сочетаем с вещами однотонными, простыми. Принт с принтом мы можем сочетать. Это сочетание для смелых женщин и девушек, которые не боятся привлечь к себе внимание. Здесь существует правило, что если мы сочетаем два принта, один должен быть более активным, крупным по размеру, и лучше брать те принты, которые в одной цветовой палитре. Буквенный принт – это динамика, энергия, смелость и даже в каком-то смысле дерзость. И если есть необходимость придать образу эти черты, самое время выбирать такие дизайны. Для первых в труде и первых в игре. Для первых свиданий и первых признаний. Для первых по кудряшкам и первых по волнам. Для первых на поворотах и первых на виражах. Макфа. Первые для первых. Самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе. Магазин «Стрит Кутюр» на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Вы смотрите «Beauty Time». Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале. В Instagram, ВКонтакте и Facebook ищите по хэштегу #BeautyTime_TV. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я».